Итак, у нас две главы Торы в этой неделе, Ницавим и Ваэлех. Это как завершающая, следующая будет Азину, песни. Это завершается цикл чтения Торы перед Рош ха-Шана. Ницавим и Ваэлех – это главы, которые посвящены обновлению завета с Творцом. Кто помнит прошлую недельную главу, там закончилось чтение благословений и в данном случае проклятий, и мы переходим к Ницавим. Я буду читать с нескольких переводов, поэтому не судите строго. Я взял на себя смелость, чел, некоторые переводы читать, как мне кажется, это будет нам понятнее. Перевод Брановера, Дворим, 29.9.11. С чего начинается глава? «Вы стоите сегодня все пред Богом, всесильным вашим, главы колен ваших, старейшины ваши, надсмотрщики ваши и каждый человек в Израиле. Дети ваши, жены ваши и прицели, и пришелец твой, который в среде стана твоего, от дровосека твоего до черпающего для тебя воду, чтобы вступить тебе в союз с Богом Всесильным твоим и принять строгое заклятие Его, которое Бог Всесильный твой заключает с тобой сегодня». Только, по крайней мере, я видел только в переводе Брановера, что вот это слово «завет», и вы, в принципе, понимаете, договор, о чем идет речь, здесь употребляется как строгое заклятие. Этот союз, который заключается в этой недельной главе, принял характер благословений и проклятий. Если вы помните, предыдущие союзы заключались с конкретными людьми в форме обещания, то есть это праотцы, да? С народом, вышедшим из Египта на Синае, об избрании народа Израиля, цитирую, если это будет точно. «Вы будете моим народом, я буду вашим Богом». Вспоминайте, да? Благословения предназначались тем, кто соблюдает союз, проклятие тем, кто его нарушает, совершая преступление в тайне. Прошлая недельная глава, она, с одной стороны пугающая, с другой стороны не очень. Там много говорится, мы склонны всегда слышать какие-то вещи, которые мы называем благословением. Да? «Благословен ты в городе, благословен на поле, плод чрева твоего, твой труд, чем бы ты ни занимался, все будет хорошо у тебя». То есть мы с легкостью принимаем эти вещи. Но тут есть диаметрально противоположная плоскость, что может быть совсем и не так. А причина в том, что Всевышний говорит, если вы будете соблюдать этот закон, слова или учения, я не говорю о строгом ортодоксальном учении, но хотя бы, давайте минимально хотя бы хотеть и соблюдать, и тянуться к этому. «Вы стоите все», начинается с этих слов, стих нашей недельной главы. В иудаизме есть такой принцип, который, наверное, вы слышали неоднократно, что все евреи ответственны друг за друга. Слышали, да? Это в основном ортодоксальный иудаизм, там дети с малочку, в религиозных школах обучаются и, некрасиво сказать, вдалбливается в голову. Но, по крайней мере, этот принцип, он всегда звучит в разных проявлениях, в разных примерах. Каждый ортодоксальный еврей его точно помнит и знает. Если мы смотрим на перечисление всех категорий населения, которые мы читали, главы колен, начальники, смотрители, дети, жены, и заканчивая дровосеками и водоносами. Отдельная категория, о которой интересно тоже поговорить, но сейчас не будем. То мы видим здесь, в отличие от массы других упоминаний, где обычно употребляется, везде в Писании мужское население, способное к войне, там от 20 лет, грубо говоря, да, и выше. То есть всегда какие-то пересчеты либо обращения идут, к мужчинам, таким бодрым, то здесь мы видим упоминаются все категории населения, заканчивая прозелитами.
дровосеками и водоносы. Историческую справку скажу, откуда они взялись. Мы помним из Писания во времена Иисуса Навина, там некоторые жители города Гаон, ну, как бы обхитрили немножко евреев. Там интересная схема была, но это потом дальше будет. Но этот фактор уже произошел, то есть при Моше, сыны Кенани. Я сейчас не готов сказать, обхитрили, не обхитрили, но были приняты, были не уничтожены, а были приняты Моше на определенных условиях, что они будут заниматься вот этой самой-самой черновой работой. Хотя мы знаем, что прозелит – это, в принципе, человек, принявший иудаизм. Да? Это могу быть я, это можешь быть ты, ну, вот в данный момент. Это сложно, я понимаю, ну и это у каждого свои соображения, нужно ли оно ему. То есть они поставлены, как бы ущемлены немножко в правах. То есть благодаря тому, что их не уничтожили, им заповедано там колоть дрова, носить воду. И тем не менее, вот эта категория населения, ну, грубо сказать, низшая, да, в правах, она тоже здесь в этом завете употребляется. Это важно. Итак, возвращаемся. Все евреи ответственны друг за друга. Это очень хороший принцип. И нам, современным верующим в Творца, стоит взять этот принцип на вооружение. Ну и для начала его понять. Ибо он противоположен принципу «каждый сам за себя». Вот это мы знаем 100%, да? Человек человеку волк, не верь, не бойся, не проси. Ну и в принципе, как бы сущностно, он нам иногда себя больше любит, чем какого-то ближнего и так далее. Приведу некоторые примеры. Принципа «каждый еврей ответственен за, ну, за любого другого еврея». В древности в Израиле, во времена, так скажем, тотального иудаизма, то есть такого понятия еще, наверное, не было, его не сформулировали, но все мы знаем, что все население, в принципе, оно все было верующим, да? Исповедовали одного единого Бога, было одно учение, ну, кто не хотел, тот уходил или... Но это было, да, так скажем, религия на государственном уровне. Во времена тотального иудаизма для селения, в котором находились действия, противоречащие принципам Писания. Я почему говорю селение? Потому что описываются всегда города, ну, они как бы большие, там есть примеры такие, но я бы привел какие-то маленькие, скажем, вот, всегда какие-то хутора, деревушки, где, ну, людей не так много, община больше знает друг друга, общается, коммуницирует и так далее. Какие-то действия могут быть? Ну, каким принципам Писания, вернее, действия могут противоречить? Гостеприимство, соблюдение прав незащищенных слоев населения, то есть это вдовы, сироты, обедневшие жители. Когда пренебрегалось принципы Писания по отношению к этим людям, это был как бы позор, общий позор всего селения. Я вот веду, ну, как бы к ответственности. Общий позор всего селения. В данном, допустим, случае мы можем сказать, ну, вот община, да, является там церковь, община, собрание. Это некое собрание людей, которое, ну, как бы по принципу веры в Творца мы тут собрались, и мы тоже тут не каждый сам за себя. Мы тут отстаиваем интересы общины, друг друга и так далее. И мы не вправе, получается, как бы, ну, позорить общину, позорить ближнего. Это был позор. Вот так в маленьком социуме каждый житель на своем месте заботился о чистоте и благополучии своей общины. Такой себе пример приведу. Если в селении, ну, то есть, да, ну, как бы до чего здраво, по сути, доходит. Если в селении была девица незамужняя, а мы помним на то время заповедь «плодись и размножайся», заповедь о деторождении, ну, это была заповедь для мужчин и для женщин. И когда... Бывает такое, в Писании описано, что женщина не может зачать, но бывает и такое, что у женщины нет мужа. То есть она еще не, ну, не вышла замуж, да, простыми словами. Это есть причина, это тоже как бы некий позор для населения. И извините меня, милая дама, не хочу никого обидеть, но я больше реалист. Я говорю так, у каждой женщины есть изюминка, да? Мне вот не нравится, ну, как бы аркадийский тип женщин. Ну, какой-то одинаковый. Вот все по-своему красивые. У каждого есть какая-то изюминка.
Но это жизнь, это банально. Не всегда мы бывают красавицы. Кто-то слишком худой, кто-то слишком полный. А мужчины, как это ни прискорбно, ну, часто как бы глазами, да, любят, да? Так говорят. И вот так получается, что там кто-то засиделся в девках, и для селения это позор, поверьте. И знаете, что часто делает как бы селение? То есть община, грубо говоря, собирает деньги. Собирает деньги для того, чтобы, ну, заинтересовать какого-то молодого человека. Не обязательно из этого селения. То есть, как это, приданное, так скажем, да? И с другой, и так далее. То есть, браки часто раньше заключались не по принципу «давай повстречаемся» и так далее, а даже, вы помните, да? Кто-то кому-то кого-то заповедал, и как бы, и не было с этим проблем. То есть, вот даже в таком проявлении община как бы, ну, не хотела быть какой-то позорной, хотела, ну, чтить, и тем более, ну, как бы, положа руку на сердце, мы скажем, ну, вот кто-то хочет замуж, да, но не берет. И община помогает в этом деле. Я рад, что вас развеселил. То есть, да, да, мы уже переходим к тому, как мы сегодня применяем это в своей жизни, да? Каждый ответственен друг за друга. Да, сейчас серьезно хочу я сразу, давайте определимся, ну, как бы в некоторых понятиях веры и жизни по вере. Ну, потому что я могу ошибаться, но, насколько я знаю, не обижайтесь, если я назову публика, ну, как бы народ разношерстный сидит. Кто-то более к ортодоксальному течению, кто-то чистый, как бы, христианин, как это сказать, протестант, что не есть, да? Ну, я сам все эти этапы проходил, так что поверьте, я все это как бы знаю. Поэтому важно, чтобы у нас было как бы понимание того, что я говорю. Давайте определимся в некоторых понятиях. У нас, ну, как бы бытуют многие понятия, несколько, может быть, назову, которые там мой старенький ум вспомнил. Там, теперь не я живу, но живет во мне Господь, да? Мы все знаем. Так, Бог производит в нас хотение и действие по своему благоволению. И многие другие. Ну, мы часто как бы пишем их там на стенах, это как обетование, трактуем, провозглашаем и так далее. Но в первую очередь мы должны эти вещи четко понимать. Часто неправильная интерпретация и как следствие применения этих цитат к определенным событиям не делает чести нам, верующим в Иешуа. А так сказать, мы свет этого мира. Потому что окружающие нас люди видят в наших действиях и поступках лишь то, что они способны видеть ввиду собственных соображений о добре и зле. Я скажу простыми словами. У меня есть какое-то некое понимание, как мне нужно жить, общаться с людьми. Да? У меня есть какие-то обетования, на которых я стою, провозглашаю и так далее. Я по этим обетованиям совершаю какие-то действия. Люди вокруг меня, которым я свечу, они это видят по-своему. То есть они могут быть умнее меня, давайте скажем. Они могут быть, ну, как бы воспитаны в других каких-то традициях и так далее. То есть человек рядом с тобой, он всегда ощущает, ну, какую-то твою простоту, твои какие-то действия. Ему не важно, какие высокие мотивы ты вкладывал в свои действия. Ему нужно ощутить тепло, свет, поддержку, любовь и так далее. Нам важно понять, что наше сердце, откуда исходят добрые и злые помыслы. И наш разум в идеале должны создавать хорошие поступки, которые будут ощущать окружающие от нас люди. Давайте подумаем, кто в этом тандеме главный, сердце или разум? Вы можете говорить. Сердце, хорошо. Мы часто говорим, разумом я понимаю, что не нужно это делать, но сердце меня влечет, да? То есть сердце – это источник желаний. А разум – это как бы такой контролер, который формирует эту идею, ну, как это, критически на нее смотрит, потянем, не потянем, нужно, не нужно, как-то вот они сердце с разумом пытаются взаимодействовать. Разум – это контролер, тот, кто формирует идею сердца для претворения в жизнь. Ну, в принципе, и как это сделать. Всем, например, знакомо понятие «цдака». Всем, да? Ну, нет. Подойдете после урока.
Хорошо, цдака, кто переведет? А? Тихо, я старый не слышу. Я просто переложил это как бы, ну, я могу ошибиться, или как написано, молчишь, кажешься умным. Поэтому решил переложить на вас эту. Да, да. Ну, как бы это некая справедливость, некая такая фраза, которая переводится. Она может быть в различных совершенно ипостасях, так скажем. Вот там стоит ящик, в который мы ложим деньги, да, там десятины, пожертвования, там, по вдохновению. Там, если не ошибаюсь, часто на них написано «цдака». Ну, то есть туда ложи, да, оттуда уже там в разные идет источники. И в помощь, и за свет платить, и так далее. Одно из проявлений цдаки, вам знакомое, это, ну, как бы милостыня, нашими словами. То есть мы всегда видим, проезжая по Преображенской, сидит куча людей, которые просят милостыню. Они стоят на дорогах, кто на машинах ездит между, на светофорах. Так подходят в основном в таких локациях, как там Дерибасовская и так далее, где много, как они думают, людей, ну, как бы с деньгами пришли гулять. И вот на этом примере милостыни давайте посмотрим. Я не буду вас спрашивать, каждый вас знает, дает, сколько, как, кому и так далее. Я пытаюсь показать о том, как, ну, как бы, что главнее, сердце или разум? Или вот этот вопрос понять. Приведу пример из своей жизни. Мне, честно говоря, не стыдно, я в этом плане отмороженный. И, ну, в хорошем, наверное, слове, смысле вернее. И, ну, простите за такой этот жаргон. И я не скажу, я правильно поступаю или нет, но я с легкостью могу как бы дать отчет, ну, вот как я делаю, да? Что касается цдаки, я, ну, милостыня. Я подхожу тоже выборочно. Ну, или тоже, или я подхожу выборочно. Я размышляю над этим часто, по какому принципу это определяется, я не знаю. Я приведу вам примеры. Чаще стараюсь, может быть, давать продукты, а не деньги. Там просили деньги на билет, ну, там, сколько-то, я не знаю. Я, ну, как бы, ну, тебе нужен билет, я куплю тебе билет. Возле нашего дома, где мы живем, есть магазин «Таврия», там постоянные есть клиенты, там две бабушки стоят, именно две всегда. И возвращаюсь перед шабатом, в магазин захожу, там что-то покупаю, вижу, стоит, ну, покупаю пакет еды, как бы, ну, такой нормальный, не дешевый. Но, что ни странно, я даю одну ее почему-то. Ну, мне она больше нравится. Или как. Вот это, понимаете, тут сердце или разум, мы же думаем об этом. Вы как бы хорошо сказали сердце, это больше, наверное, я бы сказал, когда вас спросят, почему ты это сделал, ты скажешь, а вот сердце захотело, к примеру, и сделал, да? А если получилось плохо, а если вам скажут, а головой подумай, ты не захотел, ну, тут нужен как бы тандем. И если мы переходим к разуму, и вот последний, я не могу упустить этот последний пример, буквально вот позавчера, по-моему, он был. Я с работы вышел перекусить там на Дерибасовской Макдональдс, зашел, поел. Я к дверям, на входе молодой человек меня встречает, говорит, можешь мне мороженое купить? Я говорю, ну, хорошо. Я говорю, пошли в Таврию. Он, не, Макфлури, говорит. Да, я такой говорю, ну, дорогой, ты хочешь мороженое? Пошли со мной в Таврию. Я купил ему там и светлое, и темное мороженое. Ну, как бы, то есть мы люди, мы не так прям реагируем, там, дай мне вот это нужно, и ты дал. Мы осмысливаем. В какой-то мере мы даже отказываем. То есть, ну, ты какой-то борзый, извините, да? Как-то ты, ну, вот Макфлури он не получил. То есть разум очень важную роль играет. Ух ты, минус 44, это заканчивается, да? Минус 4 минуты. Я думал, уже перебор, отключение третьего микрофона. Так, все, я тогда быстро. Здесь как раз участвует сердце и разум. Если сердце наше добро, опять же, места из Писания, да, то оно дает нам желание помочь кому-то.
А каким образом регулирует разум? А сила разума как раз в знании, ребят. В знании. Итак, вернемся к нашим недельным главам. Я там сначала на конец перескакиваю. Глава 30, 1 стих, говорит, что после того, как придут те все счастья и несчастья, что обещаны за неисполнение завета, я так своими словами, и вспомнишь, послушаешь глаз Господа и примешь к сердцу своему, и вернет со всех уголков земли из рассеяния в землю обещанную и возвратит, и восстановит, и так далее, и так далее. И вот 30 глава 6 стих, это Танах, 5 переводов, если не ошибаюсь. «И обрежет Господь Бог твое сердце твое и сердце потомства твоего, чтобы любить Бога, Господа Бога твоего, всем сердцем, всей душою твоей, ради жизни твоей». Обрежет, чтобы что? Чтобы любить всем сердцем. Ну, так текст говорит. А давайте вспомним первую заповедь из Деколога, Десятисловия. И хотя вы откроете Писание, уже, наверное, открыли и проверили, и скажете, там не то написано. И да, там не то написано. Там написано, я Господь Бог, который вывел тебя из Египта. Простыми словами я говорю. То в качестве возражения я приведу вам цитату из Брит Хадаша. Матфея 22, 37, 38. Иисус сказал ему, ну это на вопрос, какая наиважнейшая заповедь. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твою и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Иешуа в этом случае процитировал Дворим. Дворим – это Второзаконие 6.5. И вот в Марка я читаю. Марка 12, 29-30 в переводе Стерна. Иешуа ответил, вот самое важное. Это та, что написано в Дворим. Шма Израиль Адонай Элоэйну, Адонай Эхад. Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един. И люби Адоная Бога твоего всем сердцем, всей своей душой, всем разумением твоим и всей силой. Как ни крути, даже то, что говорил Иешуа, возвращается в Тору. Второзаконие, 30 глава, 6 стих. «И обрежет сердце твое». Мы в нашем современном мире тоже это хорошо как бы знаем, ждем и надеемся. Но здесь мы, наверное, я бы осмелился предположить, что здесь мы уповаем на работу кого-то. И забываем, что часто нам самим нужно очень сильно над этим трудиться. Рамбам – это Рав Мойша бен Нахман. Сопоставляет это предложение Торы с тем, что сказал пророк Ирмияу, 31-32, Иеремия. «Ибо вот союз, который заключу я с домом Израиля после тех дней, слово Господа вложу я». После тех дней, слово Господа, вложу я Тору мою в глубину души их, и в сердце их напишу его, и буду им Богом, а они будут мне народом. Но об этом мы беседовали в прошлый раз, если кто помнит. Я не знаю, какими бы закончить, наверное, какими-то вопросами, да? Вы предстоите сегодня, в тот день народ израильский, или всегда, каждый день мы предстоим пред Богом. Нам тоже известна эта истина, что мы всегда ходим перед Его глазами. Давайте встанем, помолимся и закончим. Дай Боже нам здоровья и разума. Барухата Адонай Элоэйну Мелех Аолам Ашер Натан Лану Торат Эмет Вихей Алам Ната Бехотену Барухата Адонай Натен Атара. Благословен ты, Господь наш Бог, Царь Вселенной, который дал нам истинную Тору и насадил среди нас вечную жизнь. Благословен ты, Господь, дающий Тору. Аминь.